очень многие подозревают, обвиняют меня с братом в этом допинге. Меня проверяли за всю жизнь раз 10, наверное. Ну, еще там с тех пор дзюдо. Последний раз проверили на чемпионате мира в этом, в Абу-Даби. Чист? Даже в ДНК ничего не найдете. Только турник, хинкали, ну еще хинкали можно найдете. На турниках я не качаюсь. Качалка вообще ничего делать. Только турник, канат, брюся, все. Не только молодым, всем. Ты что, так ходил в бок? Куда? Куда? Еще. Вот так. Давай! Давай, Даня, обратно, собирай себя! Красава! Вот теперь понимаете, почему Кимура у Дани не идет, да? Ты же от Кимура не стучишь? Не, не. Давай, раз, два, три! Грачев Иван дает нам мотив. Давай. Кош, завтра, Гоша! Вещи выкидывай, плохо. Три. Завтра, еще два. Что же не помогут? Давай. Четыре. Давай. Покручивай. Четыре. А тренировки поможет? Завтрак! Мы все уже! Так, завтрак, младший, все! Давай, Ваня, выкидывай локоть. Семен, задача одна. С первого по пятый этаж всех позвать на завтрак. Молодец. Все, отлично. Тяжелый труд. И главное не останавливаться, постоянно подавать пример и мотивировать как-то, а не там не получилось, а там слабак, и не получится обязательно стараться. Давай сейчас помогу. Давай. Раз, два, три. Оп, смотри. Подтягиваешься до половины. Потянись до половины. Потянись. Ноги подняли. Подтягивай. Ноги вверх. Прямые ноги. Вверх поднимай. Вот туда. Нет. Вот туда ты должен ноги поднять. Вот. Еще раз. Ноги. Не плакай, должен научиться. Георгий, я сделал. Нет, ты снизу. Это молодец. Да, снизу. Теперь осталось подъем переворот. Ну как, надо, давай. Скажи. Раз, два, ноги. Оп, видишь, раз. Нет. Еще раз, ноги. Давай. Вот, поснимите, вот один ребенок. Не смог сделать. Все ушли на завтрак, и он здесь стоит. Пока он не сделает, не уйдет. Я не был таким. Но они крутые, конечно. Дети — это отдельные существа, которые прям мотивируют, наоборот, взрослых. Раз, давай, руки с одни руки, теперь ноги подними вверх, ноги тебя вверх подними, давай, вот, видишь? И дальше. Да. Отлично. Все. Рано или поздно все приходят к успеху. Главное, насколько ты хочешь. Красава. Давай, Ваня! Так, как я линию писал? Сейчас я линию напишу. Так, теперь аккуратно вниз, еще один раз. За мной спускаемся аккуратно. Что такое, Ваня? Красавчик, мужчина вообще. Он вышел воды. Ты пил водичку? Ты все свои разы подтянулся? Да.
Вообще всем. Выложился на 100%. Сколько мог, столько сделал. Ростов-на-Дону Open, жди меня.